Пока руководители судят, его подчиненные на местах зря времени не теряют. Очередной удар по репутации фискалов нанес закарпатский таможенник. В свободное от работы время он перевозил за границу наркотики. Задержали его в Венгрии. Все подробности узнаем у Марины Коваль. На выходных венгерские пограничники задержали двух жителей Закарпатья в пункте пропуска Тесса-Загань. Авто успешно прошло контроль с украинской стороны. А вот венгры во время осмотра легковушки нашли 4 килограмма наркотиков. Водитель заявил, дескать, о запрещенном грузе не знал. Его отпустили, а вот пассажира задержали. Контрабандистом оказался сотрудник закарпатской таможни. Первым об этом сообщил губернатор Геннадий Москаль. Працівник відділу митного оформлення бачив, це належить до пункту пропуску залізничний, це поблизу ЧОПа. Виїжджав із України в Угорщину, він був затриманий спочатку угорцями, потім заарештований. І є інформація вже достовірна, що він у всьому зізнався, визнав, що він віз наркотики, що це його. Зараз оцей митник поки що не звільнений, він діючий працівник митниці. Активистам удалось раскопать информацию о задержанном таможеннике. Выяснили, ему 31 год. Он работал сначала кинологом на таможне, а последние 2 года служил на таможенном посту Батева. Сам еще поженат. Судя по фотографиям на его странице в Фейсбуке, обожает кошек и играет в пейнтбол. Мы побачили, что он перебывает в друзьях с так званим Олегом Мовнером, який вже звільнений з органів ДФС, так само митником, який був взятий на хабарі 3 місяці до цього. І під час обшуку було знайдено в нього так само наркотичні речовини. І Олег Мовнер також працював у Батєві. Таким чином, це 2 товариші, які мають відношення до потоків наркотиків, які незаконних потоків наркотиків через митницю. На закарпатской таможне не опровергают и не подтверждают информацию о личности задержанного в Венгрии таможенника. На официальном сайте лишь разместили сообщение, что начали служебное расследование. Подозреваемого сотрудника уже отстранили от должности и планируют уволить. В полиции и прокуратуре говорят, раньше таможенный контрабандист в их поле зрения не попадал. По венгерскому законодательству за хранение, перемещение и распространение наркотиков таможенника могут отправить за решетку на срок от 5 до 20 лет. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.